Не менее чудесная посадка прямо на автодорогу случилась в Сосногорском районе. Это полкилометра от поворота на Керке. Трасса с отменным асфальтом. Самолет только был легкомоторный. Причина – поломка. В результате никто не пострадал. Обстоятельства этого случая уже заинтересовали Северо-Западное следственное управление на транспорте. По информации Коминформа, с большой долей вероятности пилот мог быть участником слета любителей гражданской авиации, который проходил 5 сентября на взлет на посадочной полосе в Ижме и был приурочен к памятным событиям по Ижемской тушке.